Добрый день, друзья, а мы в сказке. Хочу вам показать, чтобы вы не переживали, потому что тысячи звонков. Как сказка, все пишут. Спасибо за то, что вы переживаете, но вы видите, сказка чистая, солнечная, цветущая. Все как всегда. Бамбук. Все подметено. Сотрудники все убрали. Красота. Друзья, пройдусь чуть-чуть. У нас есть несколько минут. Покажу вам, чтобы вы не переживали, что в сказке все замечательно. Чистенько. И хоть работники зоопарка и не были готовы, потому что такого наводнения не было больше 100 лет, тем не менее они очень оперативно все сделали. Перегородили вначале, когда одна речка шла вот здесь, по лесенке. То есть зоопарк горный, и, конечно, вот тут вот шла вода сильная. Перегородили вверху мешками с песком. И вы видите, что это дало свои результаты. Все чисто, все аккуратно. Вы переживали, там писали Богдану тоже, писали нам много, покажите. Но все работали в зоопарке «Сказка», некому было снимать, нужно было принимать экстренные меры для того, чтобы, и вы видите, это единственная точка в Ялте, друзья, зоопарк «Сказка», который был открыт уже на следующий день. Можете себе представить, какая работа была проведена моментально сотрудниками зоопарка. Не пострадало ни одно животное. Есть там нюансы с некоторыми там помещениями. Не без этого. Но зоопарк открыт. Я специально показываю сегодня, потому что, чтобы люди понимали, что можно ехать. Видите, цветут гранаты. Посмотрите, какие чистенькие скамеечки. Чистенький асфальт. Поэтому приезжайте. Мы поставим... начинает опять работать у нас канал... Такой световой фотачек. Канал «Крым энд мир» с Олегом Зубковым. Он теперь называется так. Кто не подписался, пожалуйста, подпишитесь. И сегодня или завтра мы выставим эксклюзивные кадры, как мы летим на вертолете по всему побережью Ялты. Специально сняли эти кадры, чтобы показать людям, что не нужно бояться, не нужно смотреть какие-то хайповые вот эти вот ролики блогеров, что все пропало, все пропало. Конечно, Ялте нанесен урон многим предпринимателям, но люди делают, люди убирают, люди сгруппировались, вышли, чтобы почистить свой любимый город, и это приносит плоды. Поэтому приезжайте, друзья, в Ялту, приезжайте в Ялтинский зоопарк, не пугайтесь, тут все хорошо. Чистенько, аккуратненько, и я ищу где-то у нас наши пеликашки. Все здания, все покрашено. Не могу проходить мимо деревьев цветущих. Гранаты именно из этих цветков потом завяжутся плоды и будут вкусные гранаты.
Ага, вон наши перекашки. Именно их я и хотела увидеть. И мне сказали, что у пеликанчиков не нужно их пугать, зайка. Нет, они... Можно проходить мимо, он тебя не укусит, ничего не сделает. Давай, давай, дорогой, давай. Пойдем. Они сами, они здесь хозяева и знают, так что не пугайте. Они знают, что нужно уходить. Давайте, чап-чап-чап-чап-чап. Все, ушли. Ракушки, кораллы, да? Всякая продукция в нашем зоопарке и многое другое. Заходите в магазин «Сказка» и «Зоосувенир». Отходите, отходите, чтобы с колясочкой будут идти. Давайте, 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 давайте. У вас же тоже маленькие дети. Давайте, давайте, давайте. Все. Пропустим коляску. Деток я еще пока не увидела, где они вывели. Но, вы видите, и лесенка, по которой тоже бежала вода. Все сухое. Нигде нет ни ила, ни мусора. Все замечательно. И пеликашки тоже умные. С ними можно поговорить. Сказать, что нужно уходить, если вдруг вы с малышом. Дрофы. Да. Ой, как ты. Ой, аж подскакивает, ухаживает как-то. Ну, камеру только не клюем. Ты здесь главный, ты. С любовью сказки.